Всем привет, вы на канале Team Spirit, и этот влог мы начинаем с того, что подарим Лёне подарок на день рождения. С днем рождения от всего коллектива, от команды, дарим тебе подарок. С днем рождения! Let's go! Серега, Коль, я с наушниках играю. Все, пацаны, я больше не Колю. Развлекайтесь, я говорю. Никакого, говорю, контента, чисто наушники надел. Да, все, я как Борис. Теперь у меня не увидите влог никогда, прощайте. Это фейк. Знаешь, что стрел? Я ничего об этом не знаю. А, я знаю только одну историю. Хочешь, расскажу историю? Конечно. Короче, я был маленьким, играл в футбол, и только у меня во дворе был мяч футбольный. У меня острожки часто брали, но всегда возвращают, потому что у меня сестра старше. Один момент, старшики, короче, просто пропали, короче, с моим мячом. Я такой, типа, что за фигня? Оказывается, они уехали в Тюмень на вот этот виз. Они договорились драться 20 на 20. В итоге их встретило 60 человек. Вечером у мячика забрал из больницы и чего зашивали. Всем здорово, это мой новый влог. Серега, хочешь? Сейчас едем на открытие арены. О, Серег. О! А что, мы можем на сцену идти? Сынка? Да, сынка, сынка. Здорово. Can I have your attention, please? I want to go with you through the walk-in. Please gather around me. When the trophy came out, there will be an interview down at the trophy. At some point, I will shout, get off! Then all the first four teams, you walk off stage. You all leave like a snake to this door, you will exit this door, and it's only Faze and Chichu left there. Okay? Okay. I count on you guys. Сейчас мы будем выходить на сцену, ребят. Будут мурашки по коже, я думаю. Welcome to the Intel Extreme Masters Katowice 2024! Live from the historic Spodek Arena. Ignition sequence start. 6, 5, 4. Locked and loaded in the semi-finals, it's Team Spirit. We got Godmania, that has arrived. But can he handle the pressure at the highest level? A team looking to guide themselves into the grandest of finals. Короче, ощущения прикольные. Много людей кричат. Это заебись. Значит, на полуфинальных матчах будет еще больше людей. Немного, так сказать, мурашки по коже прошлись. А потом Паша бьет еще кубок вынес. Вообще жесткая пиздец. Поэтому болейте за Team Spirit. Ну что, Борис, как ощущения? Вы приехали на Спотек. Что скажешь? Чай, сахар есть, и то хорошо. Чувствуется мангаж? Нет. А что чувствуется? Играл? Кайф. Желание играть? Третье вкушение, да. Обалдеть. Людей пока нету, все ушли чилить. До матча еще почти полтора часа. Просто обернись им. Вот как Саша, да, покажет. Нормально, хорошо. Как-то можно его закрепить? В прошлый раз я ждем больше. Но когда, я думаю, люди все придут и сядут, я вижу на трансляции, будет более масштабно ситуация. Что слушаешь, Ленчик? А? Что слушаешь? Топ-50 World называется. Какой трек? The Weeknd, Man of the Years. И как, тебя качает? Вообще. У тебя обычно такой стоический подход к матчам. Ты не проявляешь эмоции, но внутри что-нибудь чувствуешь сейчас? Возможно, мне не хватает знаний и словарного запаса для того, чтобы это объяснить. Наверное, нет. Далечек, что слушаешь? Ну скажи, фанаты хотят знать. Сейчас Lil Peep. А вообще какие жанры тебе музыкальные нравятся? Я не разбираю жанры. Ну рэп, наверное, больше всего, из того, что я видел. Наверное. Фонг. Don't слушает фонг. Да. Who's ready for some Counter-Strike? I think we should bring out our first team. It is Team Spirit!
Kings. The handshake is made. You ready? You ready? Let's get it on, boys. Take to your computers, because now it is time for our second semi-final. This is where anyone makes a stake, and it's goodbye. See you later. We'll see you next year in 2025. What do you have going down in this semi-final? Who is going to be netting that spot versus face tomorrow? Впечатление от первой карты? Отлично. Отлично. Были нервы, когда они начали камбэч? Да нет. Нет? Нет. Всегда знали, верили в свою игру, да? Да. Сам Пайс очень хорошую карту провел. Ну и ты тоже. Год Пайс. Это папка. Гадонг? Получается, тоже? Нет. Это было очень жестко. 1-4 клатч. Комментарий. Что было в голове? Я думал, мне пизда. Когда я первого убил в девятке авика, я думал, потом я что-то кинул, попытался удержаться врага, чтобы он ошибился. Они не ошиблись. Я думал, ну все, пиздец. Он решил стоять, ждать, когда моли кончится, и ну еще раз подождать, вдруг они обосрутся. И они обосрались, жиденько причем. Там звуки, бомбы, все такое. Мне прям, типа, что-то похуй, я не знаю. Не из-за нервов там. Я понимаю, это просто физически. Физически тяжело. Дробка? Да, наверное. Стараюсь в такие моменты отвлекаться и просто... Да, это не во время раунда. Я понимаю. Что, я как раз, чтобы вообще даже во время пауз себя это не поняла. Да не, мне нормально. Мне кажется, я привычный к этому. Давай, красава. I've seen this shit before. Против фейзов так кто брал 1-4? Я. О, работать. Devastated, isn't he? Going awkward fights on map one. He's charging out of cave. Plants allows the pathway. Comes with that. How do you organize yourself? How do you expect kind of that? You don't read that. You don't. I mean, even nading themselves as they aggress, having fun up there. One more. But look at Shiro with the off. Gonna take the deeper cubby. He's out from default, and this was a 4v2. Pull back by Chopper. Pull back. Spirit. Obviously, Madness with kills, it's absolutely, gets involved in the act. This one, this is Madden out in the A bomb site. And to be their final purchase in the spot. This team spears so well, they have earned a spot. Don't even have to. Despite all of the greatness. No! To the Spirit, they fall to Donk. For the first time, they take those steps. It's going to be a very tough test. But here today, at least they get a pass with flying colors. That was no stress. That was no issue. They melted through this Falcons team. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я это очень сильно ценю. Спасибо вам огромное. Это помогает очень сильно мне и моей команде. Всех люблю, обнимаю. Следите за Team Spirit Telegram и первыми узнавайте обо всех новостях в жизни команды. А в закрепленном сообщении вы можете найти приятный бонус. James, what do you make of the game? Thing is, we keep talking about Donk, and he's definitely great. But this was a team performance. This was really good. It's all in the name. Yeah, they're completely there. The spirit was there. The teamwork was there. It looked very strong. They did it with two players with no stage experience like that, you know? Yeah. And it's a lot of pressure, crowd booing. But they had fun. They enjoyed themselves. They did very good. Very good. Как обычно, после побед очень много запросов от прессы, так что сейчас ребята немного заняты, но уже скоро сможем пообщаться с ними по поводу их ощущений от победы. Let's go, Donk! Let's go, Donk! Так, ребята, это Бас.
Всем привет. Он играл с нами на Бласте, и он приехал сюда, в Катовицу, поддержать нас. Какие мысли об игре? Вообще, максимально фри было для Спирит. Я болел за них, меня хейтили, на меня все смотрели, все кричали «Фальконс», но Спирите показали скилл. Только что мы давали интервьюшки перед финалом. Дань, Мирик, что спрашивали? Базу. Ничего такого, на самом деле. То, что про опыт, про там, давление, про все такое. О, вас отпустили наконец-то? Да. Ну, с Олегом меня сфоткайте. Давай, Данил. Срочно. А меня... Что, Костя, пойдем. Что, прости? Еда подъезжает. Ой-ой-ой. Честно? Да. Страшно было. Слишком много. Ты себя видел, кого там людям страшно. Завтра будешь защищать, да? Конечно. Да я не... Камеру ровно. Камеру ровно. Что на? Я ухожу, я иду пешком, я в трансфер не влез. Не мои проблемы. Игра классная у вас сегодня. Родителям, друзьям. Передаю привет. Да, может, Саня, что мы делаем? Болельщикам, которые стоят возле отеля, там холодно. Да. Ну что, че, серьезно? Ебать, за три. Пацаны, кушайте. Он нам синим. Он же спите нормально, да? Брат? Че, серьезно, братан? Да. Бля, спасибо. Ебать, ты такой. Я не знаю, сколько вы застоите, бля. Страсти улеглись, но серия против Falcons все еще в головах. Все смотрят реплеи. Серег, с твоей стороны, как тренера, а как тебе вообще игра, что у нас получилось, что у нас не получилось, за счет чего получилось так уверенно выиграть, и похвали кого-нибудь из ребят, наверное. Да, все сегодня молодцы, но в целом я на самом деле не ожидал, что будет Анубис, я думал, они пикнут Вертига, вот, а когда пикнули Анубис, это была одна из тех карт, которые мы хотели выбирать, и по большому счету ребят показали хорошую индивидуальную игру, и мы были готовы к тому, что они будут делать на Анубисе. Да, за КТ там пару раундов было обидных, но все равно чувствовал, что мы игру до конца доведем. А что касается Эншента, ну, как мне кажется, мы себя на нем увереннее чувствуем, чем они в целом, потому что у них 3 игры, 2 поражения, 1 победа, они камбэчили за КТ со счета 2-10, да, и то, что они делают на это. Ну, опять же, они месяц назад собрались, им тоже нужно время, так же, как и нам. Чуть ли не самый популярный анимешный никнейм, Широ. На одном уровне с этим никнеймом есть такие легендарные никнеймы, как Мадара, Тони Чоппер. Yes. Гуфи. Манки. Я Шанкс. Идем в машину. Едем на финал, ёп. Ох, меня зажрали. Хорошо, по белым кроссовкам, братишка, мне наступил. Ай-яй. Так, давай, рассказывай. Круассан съел? Так. Что еще осталось? Выиграть? Вот так же инфу будешь жать? Молчи, блядь! Бэ, я пока это не откалибровал. А, 15-30, они что-то там не доделали. Блядь, не дай бог у меня очко теперь грязное. Типа растекаясь тихо. Точно что-то не банальное должно быть. Да. Какой-то аниме-опенинг, как Костян сказал. Почему? Осуждаю. Костян. А что там? Под эту музыку я в зале ебашу. Вот она, не? Разъем. Да, вот она, вот она. Да. Сань, ну слабенький в этот раз что-то. Да я аккуратно пока, Лень. А, пока это... Это разминка. Это я третий выхожу вот под это. Это Данечек. А ты если не это... Я... Нет, он делает вот так. Да ты боёшь! Да. Данек, если бы ты был персонажем из Наруто, кем бы ты был? Не знаю, Наруто. А, ты ж ёкарный бабай, как хорошо-то. Ёкарный бабай! А, нифига себе! Вот она. Ох, ты ж блин, блинский. Я уже не чувствую. Лёня чисто озвучивает игроков фейс. Знаешь, типа хайлайты, мы их убиваем. О, ёкарный бабай! Опять же, все таки это гачи, вот эти вайбы, они всегда с нами, да? Yes. А как без гачи, есть гачи? Давай, Костян, озвучивай, какие там это фразы вот эти вот. Я знаю про 300 баксов только.
Леня, есть гачи ремикс на Что-то забыл. Опять музыка, опять барабаны. Да. Это Луфи просыпается. Где он, кстати? Я пока, он там сзади всех идет. Ну что, вот мы на сцене. Публика начинает набиваться на Skodek Arena. Сейчас мы закончим настройку. На самом деле времени еще довольно много до гранд-финала. Сейчас наш тренер вносит финальные тактические штрихи. Посмотрим, какой будет мап-пул. Я думаю, что любой порядок арт-зал нас устроит. Так что ждем игру. The walk-in will be a little bit different. Additionally, you have something. You walk... Вы поняли, да? Вам крикнут, нужно будет дойти до конца. All at the same time. That's it? That's it. В принципе, все понятно. Yes. Константин, объясните мне, пожалуйста, почему в 2013 году не было ПКС турнира? Я думаю, что потому что переползали с CS 1.6 на GO, и пока переползали... Парни, играйте, патч новый, играйте. Групповая стадия на одном патче, плей-офф на новом. Что, капитан, есть ли волнение? Да. Есть ли усталость? Конечно, я же старый человек, почти. У нас есть планы, но мы будем придерживаться. Расскажи, волнение присутствует? Нет. Усталость присутствует от турнира, как от накопленная? Нет. Заснял это? Реакцию? Не все. Ну да, реакцию заснял, но вопрос не заснял. Тут типа болеет за Team Spirit. Да. Немногие, но есть все равно. Ну да. Ты играешь в С4? Я вижу, что ты сейчас с ней разминаешься, или ты просто по фану это делаешь? Я постоянно с ней стреляю, просто. Раскликаться? Но я никогда с ней не играю. А почему? Чем А1С лучше, чем А4? Тем, что, короче, по телу легко стрелять, потому что разброс маленький, и еще ты можешь, короче, когда ты бежишь куда-то, выбегаешь на чела, ты можешь начинать стрелять до того, как ты остановишься. То есть легко типа третью пулю законтролить условно, да? Ну да, да. И когда ты просто бежишь, у тебя точность даже во время бега, во время остановки типа очень высокая. Борь, как ты готовишься к тому, чтобы играть против толпы, которая болеет за соперника? Вообще, в целом, я не готовлюсь. Я хорошо поел, сейчас немного постреляю ботов, буду просто играть в КС. И как попрет, так попрет. Вот. Но на самом деле, после Рио, это вообще, это ветерок, так сказать, на побережье моря. Легкий бриз. Чего мы ждем по мапулу? Ну, наверное, будет Мираж, Нюк, Эншвик. Я думаю, так. К каким картам мы хуже всего готовы, как думаешь? Нету таких. С нами Джеймс Бэнкс. Джеймс, hello. Hello, hello. The dragon suit on you. Tell me about it. Well, Chinese New Year, yeah. So it's the year of the dragon this time. And Team Spirit in the final. Representing, see, look, you got it there. Absolutely. There we go. Year of the Dragon, and it starts with the Katowice final. I thought it would be very fitting. Indeed. The beginning of something very crazy in a year, what it could be for you guys if you win here, right? I hope so. I mean, it's a tough hill to climb, right? But then again... We would say a tough hill to climb, but right now... Those are the only hills worth climbing then again, right? Very true, but your players continue to tell me the whole time that, oh yeah, this is easy, this is fine, stays at the bottom. So I'm not worried. Normally I'd think, done guys have been problems, Ontix just gave me the same answers he did yesterday. Yeah. It's fine, it'll work out. So, my God, he's hella confident. I love it, I respect it, but... We're gonna wait till the end of the day and see it pulled off. Absolutely. I just asked Zontex, like, what's your pre-match routine? Yeah. He just says, like, I shoot bots. I'm glad they give you the same answers. Yeah, man. It's not the outside persona. It's just, is it really like that? So. Okay, well, Zontex, we're gonna get you media trained a little bit better to get better answers for me and the Spirit content. Легенда смотрит на легенду, да, Лень? Вас показывают и тут, и там. Первое будет Нюк, второе будет Мираж. Они пикнули оверпас. Удивил ли нас Карриган? Мы просто сами оверпас пикнули. Ты доволен тем, как прошло это? Все же, ну, ожидаем. Здесь нет такого. Ну, в целом, напротив фейса нет, не важно. Тут вопрос просто, как мы к матчу подойдем. Ты доволен драфтом? Да, ты боё. Конечно, первая карта. Ну, первая карта, конечно, я доволен.
welcome your first grand finalist, Team Spirit. Welcome your second grand finalist, Phase Clan. Let's have the captains, Carrigan, Chopper. This is your moment to shake hands. The fists are boom. Let's get it on! So this is not the way, Faze, as we will see. The doctor just gave me the best way. Really? Is that how this is going? 11 to 1. They're trying to test Zontek. Perhaps Glove is dog farming. This was great from Shiro, finding rain on his record. What's Yard already not to be the case? Casually. In a key on the side, they're just going from some rain. Oh, hello. Bullet. And ready to have a miracle. See how his top split looks. Doctor Frozen wants it to be chaotic, but Doc has his number. Shoots the plant and running at them with an MP9. There we have it. Spirit have come to play. Phase's map pick. Chopper wants to hear. He's happy with that, and so is Doc. Ты спустился? Ну, в смысле, ты спустился? Раз голова, два голова, это вообще было. Я за КТ зафакапил три раунда. Если бы я те раунды не зафакапил, мы бы 9-3 сыграли. Шандраш играем. Донг, to make 60 into maps, confirmed. Что ты сказал? Что он сказал? Скажешь, что сейчас будет 60, зато взят это две карты. А, не, вряд. Ничего. Душа, Димать. Вряд. Чтобы не нервничать, чтобы не переживать, просто сконцентрируйся на двух картах. Как я люблю вас. Как же вы охуенно играете. Да, это правда. The Donk Show is still running. Бля, у меня голова болит. Мне это не... Типа болит... Попей воды побольше. Не из усталости, а из просто почему-то. Адреналин, потому что? Ну, у тебя же кровь бурлит? Не, на самом деле нет. Мне как-то без разницы. Да, 100%. Но я думаю, что... Солюшки расскажут тебе, если что, как нужно этого, от этого избавляться. Да? Но мой совет... Вот, не воды. Вот, воды. Чё ты, Диман, в шоке? Диман! Да не, не в шоке. Наконец-то. Тяжёлый. Хорошо залетел. Да, наконец-то, блин. Тяжёлая карта, пиздец. Там ты очень важно сделал. Когда, помнишь, Боря выиграл 1-1? Ты запушил смок в мейне. Да, да. И убил двоих. Это было прям супер важно. Ну чё, сын дорожа. Готов? Точится. Locked and loaded, просто ноль слов. Кость, ну ты руинер просто. Я такой пафосный был. Гигачат, да? Пиздец, вообще. Пришлось подножку подставить, что поделать. Я тебе дам что-нибудь сейчас. Я хотел Лёне Чопера плотную футболочку попросить. Держи, это рукава. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Бро, you have a great poster. This is for you. Really? Thank you. Thank you. Down low, still though, Doc, a perpetual problem. Finding the headshot onto Frozen is now Brokey's turn to fall, and it's clean. It's as easy as that. Able to get anything done whatsoever. One time and Shiro shattered those. Spirit have clearly been the better team, and that shows, and they've been the better team all event long. Frozen, nail on his head, down dead. How does he keep doing it? How? Eclipsing all who came before him. I really didn't think we'd get the Donk Show. He's believing, and there's been no reason not to believe. He needs the instant headshot. Magic is just playing with him. Oh. He's got a bullet between the eyes from Chopper. Team Spirit have done it! A wave of emotion!
awesome. This is a thanks Hannah a little fact. This is the highest form we'd ever seen in a grand final. Incredible. So we were trying to do the numbers. Nico got it in 2017, a 1.70 rating, yeah? Now he, as a rookie, in his first big event, in his first championship, has the same number, exactly 1.70, and becomes the youngest ever to lift the trophy, beating Manasi by a few months, and being the youngest ever MVP of a big event, that's for sure. Elise Katowice, I'm trying to do all the maths, but it's amazing. Well done, man, well done. Katowice, breaking records, and pulling off an incredible performance. He has done what no rookie player has done before and becomes the youngest player to lift the trophy as well as pick up the DHL MVP. Please make some noise for Donk! Нам запретили снимать контент на сцене, но это все равно такой классный момент для всех нас, для нашей организации. Ребята просто без ума от счастья. Я думаю, что это запомнит надолго. Такой дебют на тир-1 сцене еще никому не удавался. И вот, посмотрите на него с медалью. Два наших молодых. Нурик, какие ощущения? Честно, никаких вообще. Всем спасибо, кто болеет, ребята. Мы старались играть хорошо. Постараемся дальше расти как команда. Нам еще много чего нужно делать. Всем спасибо. Я счастлив сейчас прям. И я доволен тем, что вся проделанная работа окупается. То, над чем мы думали в начале сезона. Мы прошлый год отлично закончили победой, да? Нам пришел Дима. И то, о чем мы говорили, на то, что был упор, да, сейчас работает. У нас через несколько дней, неделю РМР, а это будет абсолютно другой турнир. Ну, да, мы сейчас отдохнем день-два, да, и поедем на РМР. А еще бы я бы хотел сказать, что эту победу я лично посвящаю своему сыну. Рома, я тебя люблю. Че несешь? МПП, ёпт! Да, я про вот это. Ну, покажи фанатам. Другой стороной. Most valuable player. Ну что, пару мыслей? Я хочу фотку с Губком. Это первая мысль. Мы крутые. А еще о победе. Пару слов поподробнее. Мы жесткие. Охуенно, это самое лучшее, братан. Два экс-чемпиона. Вот так. Первое, что, да, у нас. То есть ты два раза появишься на этой стенке, которая там на входе. Ну, в разных командах хочу. Это, получается, это мой самый любимый турнир теперь. Я Маркес пиздил.